Алексей Ильинский приехал из Брянска специально для соревнований по спортивной рыбалке. Подготовился тщательно, только это английское удилище со всем снаряжением обошлось Алексею в 15 тысяч рублей. Сам же себя он называет одержимым. Ради победы не жалко ни времени, ни денег. Такую любовь к рыбалке ему привили с детства. Отец у меня, то есть к этому лет с 4 еще, может быть, да. А именно фидером занимаюсь 3 года. Очень увлекательная ловля. Фидер – это ловля рыбы на кормушку. Грузило на удочке одновременно является и кормушкой. С помощью нее рыбаки и привлекают добычу. Показать свое мастерство на областных соревнованиях по спортивной рыбалке пожелали 43 человека из 7 регионов – Московской, Липецкой, Калужской, Тульской и других. Все они приехали на Аку только за победой. Рыбалка происходит с соблюдением очень многих требований к снастям, к экипировке рыболовов, к способам вываживания рыбы, к способам приманивания рыбы, да? А любительская рыбалка – это отдых. То есть спорт и отдых – это всегда две большие разницы. За соревнованиями тщательно следят судьи. 3 предупреждения, и рыбак дисквалифицируется. Спортсмен не явился на построение перед открытием соревнований. Спортсмен использует неправильную снасть. Спортсмен начал ловлю до сигнала «старт». По истечении 12 часов соревнований весь улов взвесят и определят победителя. Кстати, пойманная рыба будет там же и отпущена. А уже 28 июля пройдут соревнования по спиннингу с берегом на реке Неруч возле деревни Васильевка. Ирина Комнатная, Артем Моисеев для программы «Оперативный эфир».